Всем привет! Давно хотел записать ролик, сделал фотографии, а видео не записал. Вот, очень интересные вот эти М2, но мне попалась машинка. Даже не то, что интересно, а я просто болею вот этими драгстерами, спортивными автомобилями, формулами, суперкарами. Так, что у нас по вот этой карте? Вот М2 с набором колес. Тут видно серия написана над машинкой, тут где отвертка написано «Автодрагс». Понятно, да? Короче, я не буду раскрывать эту упаковочку, я посмотрю, что написано здесь на автомобиле, на самом фюзеляже. Супер Кобра Джет Форд. Вот, все. В общем, я не знаю, есть ли такая модель на самом деле. Вот. Ну, короче, что я вам могу сказать. На самом деле есть такая модель, но только вот где капот, я имею в виду реальном мире, вот, реальный автомобиль, настоящие. Вот. Есть такие машинки, да. Но вот единственное, что там нету в реальных автомобилях, которые, да, драги вот такие, там не торчат вот эти трубы над капотом. Там более скрыто и низкие они там, в общем, низко сидят. Вот, и так на полметра они не торчат. А так автомобиль, в общем, один в один. Вот. Ну, в общем, это... Что тут болтать? Ни черта так не расскажешь. Да, колеса, резина, машинка супер, нравится, все класс. Капот не открывается, хотя непонятно. Вот я имею в виду, что качество автомобиля, вот надеешься на одно, тебе дают другое. Ну ладно, с этим капотом, ладно, завяжем. Главное, что машинка очень суперская, мне нравится вообще. Я просто был в шоке, когда увидел, какие тут широкие задние колеса. Передние, да, тоненькие. Вот. Я сделал фотографии, которые очень старательно сделаны. Красивые фотографии. Тут не столько ролик, сколько я хотел показать фотки этого автомобиля. Ну, короче, смотрим фотки. Ребята, а то я тут болтаю уже ерунду какую-то. Вот. Следующий ролик я сделаю на очень редкий автомобильчик Hot Wheels. Вот. Я о нем расскажу там немножко. Я особо подробностей не давался, но о нем расскажу в следующем ролике. Ну все, пока-пока.